Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать еще один элемент, который состоит из двух столбиков с накидом в высоту. Вот таким образом он выглядит, и давайте мы его изобразим. Итак, по высоте, как я вам сказала, это два столбика с одним накидом, то есть 6 воздушных петель. И для того, чтобы отступить от края, надо будет добавить еще одну. Это если вы сами захотите где-то использовать данный элемент. Итак, я отступлю побольше, чтобы нам эта цепочка не мешала. Как видите, у нас столбики с одним накидом. Значит, на верхний столбик я делаю накид. И на нижний столбик делаю накид. Теперь смотрите, у нас с вами изображены 5 столбиков с одной точкой вкалывания, с общей. И с общей вершиной. Мы это с вами уже проходили. Поэтому делаем этот элемент, как и было, с учетом того, что у нас этот накид остается для верхнего столбика. Находим место вкалывания. И начинаем делать наши столбики. Один недовязанный. Накид делаем сюда же. Делаем второй недовязанный столбик. Делаем накид. Третий недовязанный столбик. Накид. Петлю вытащили. Провязали петлю и накид. Четвертый недовязанный столбик. Накид. Вытаскиваем нить, провязываем петлю и накид. 5 недовязанных столбиков. Мы их всех вместе провязываем. И у нас остается на крючке 3 петли. И мы их провязываем как столбик с одним накидом. Вот и все. Вот такой интересный фонарик у нас с вами получился. Мешочки, фонарики, господи, как только их не называют. Давайте провяжем несколько петелечек, чтобы еще раз повторить. 2 накида делаем. Находим петлю. Вставляем крючок. И в эту петлю, так как у нас одно общее основание, делаем 5 недовязанных столбиков. 1. 2. 3, 4 и 5. Все эти 5 столбиков провязываем вместе. И провязываем петлю с накидом и оставшиеся 2 петли. Вот и все. Дорогие друзья, если вам кажется, что я быстро показываю, то в YouTube есть настройка плеера «Уменьшить скорость». Можно поставьте значение меньше единички, и само видео замедлится. И вы будете хорошо все видеть. Вот такой интересный получается у нас узорчик. На этом заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго! До новых встреч!